Всем привет! Сегодня готовлю кексы из кабачков. Они получаются нежные, ароматные, мягкие и вкусные. Их можно подавать к бульону, супу или подавать как самостоятельное блюдо для перекуса. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Кабачки почистим от кожуры и натрем на крупной терке. Посолим, перемешаем и складываем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Колбасу нарежем мелким кубиком, у меня докторская, можно заменить на отварное куриное филе. В миску разбиваем 2 яйца. Кабачки хорошо отжимаем руками. Добавляем к яйцам. Добавляем колбасу и перемешиваем. Муку просеем через сито. Добавим 1 чайную ложку разрыхлителя, немного перемешаем и добавим к кабачкам. Замешиваем тесто. По густоте тесто получается как на оладьи. Формочки для кексов смазываем растительным маслом. Укладываем тесто почти до краев. Получается 10-12 кексов. Ставим кексы в разогретую духовку до 220 градусов и выпекаем 25-30 минут до легкой румяности. Кексы из кабачков готовы, можно подавать к столу. Они вкусны как в горячем, так и холодном виде. Мягкие, сочные, просто объедение. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения!